Бабл поставили с другой стороны. Это плохо. Мне нужен был бабл с той стороны. Так, погнали тут в греве. Угу, пошла агра, окей. Дал линкенера вторым окном сейчас МЖДшно. Надеюсь, получится. Так, чекаем, ага. Тут все более-менее удачно. Гоу греф. И смотрим, как у нас эта штука дрюка уже будет танковать. Нажимаем автоорбиту 7,5. Кушаем заранее батарейку. Наверное, погреемся. Сетку греть не будем. Вот, сейчас тут получается даже авторбита, наверное, 5. Можно так сильно не вгревать, вероятнее всего. Хотя, это же все-таки не Вангель, да. Возможно, на этом корабле и стоит все-таки немного вгревать. Агилы катастрофически по классике не хватает. Есть еще плюс локал сверху, что не очень хорошо. Батарейки жрем, потому что, опять же, как говорится, не Вангель. У нас заходит еще и Локи. Тут нажмем авторбиту 5,5. Тут закинем поинт. Тут у нас Бифрост вытапливает. Линки на нем под... подофали. Надеюсь, что они подофались. Так, Виджиланта добираем, потому что корыто крайне грозное. Врывается Локи, довольно много сеток. Вот, еще, наверное, погреемся немного. Вторую репку, думаю, в грею подкинем. Нейтрик, скорее всего, подстопаем. Хотя там нужно пронейтривать, ничего не сжигаем. А я же вырубил греф, камон. Да. Тихо. Ты что там вгрелся-то, братишка? Ты что так сильно вгрелся? Так, здесь перезаряжаемся. Мьёльнир, скорее всего. Нейтрик нужно поискать. Каталис, да, меня, скорее всего, прессингует очень сильно. Да, вероятнее всего, Каталис сильно прессингует, поэтому Нейтрик был заброшен немного неправильно. Довольно большая альфа залетает. Гоу дэмэдж закинем. Не знаю, как по капе. Про нейтрик нет, я из-под каталиста вытопил. Я вытопил из-под каталиста, сейчас, наверное, лучше порепаться, потому что подомогу прям ого-гошеньки-го-го, как говорится. Попробую подкинуть второе окно, не факт, что это сработает. Здесь продолжаем репаться настолько, насколько это возможно. Каталиста пытаемся подзабрать. Вот, хилимся, живем, но, как вы правильно понимаете, хилиться получается катастрофически плохо. Следующая цель у нас еще один каталист, закину нейтрик, а бэх почему-то подвырубилась, но, как вы видите, ее активация здесь делает... кучу неприятных дел. Второе окно дерну, возможно, на него триггернуться, возможно. Ракеты работают, двигаемся дальше, подрубаем АБшку, надеюсь, капа будет хватать. Бифрост мой вроде поехал, хорошо поехал, на него ушло часть внимания. ДПС добрасываем, работаем, выкатываемся. Далее, надо убить, наверное, ну, каракал, да, скорее всего, я бы хотел убить, потому что это бёрстовый дэмэдж. Вероятнее всего, каракал бы хотел убить. Посмотрим. Репаемся дальше. Каракал, вульф, маледикшн, флойка. Давайте флойку убьем. Дальше продолжим ехать. Хоть как-то продолжим ехать. Продолжим оверрепаться. Будем добрасывать дронов. Будем добрасывать батарейки. Так, в принципе, сейчас чуть попозже ревартну еще раз на себя. А, ну у меня хорошая скорость. Да, я могу двигаться. У меня хорошая скорость. Благодаря своей скорости я поживу. Благодаря своей скорости. Все, двигаемся, даже подстопаемся. Хочу противника забрать в данном случае. Очень хочу противника забрать. Даже дам, наверное, гретый скрам под эту ситуацию. Вот, нейтриком... Кого бы нейтриком прихватить, да? Давайте аккуратненько. Нейтриком давайте, наверное, малька подприхватим. Хотелось бы малька в какой-то момент тотально аннигилировать. Поэтому пока пусть будет малек. Докатываемся, убиваем, отлично, бабл он поставил. Но это на самом деле не особо отлично, но давайте этим моментом воспользуемся. Кто дальше? Дальше каракал, потому что крупно-сигнатурная цель. Дронов соберем, пересоберем, потому что их там фокусят, и это не совсем хорошо в данном случае. Ну, то есть их там прессингуют, и меня это не особо радует. Линки попытался себе дать, попытаюсь сейчас отскочить, надеюсь, получится. Да, линки себе получил, все по кайфу. Дронов пересоберем, потому что их фокусят, пошло ощутимо больше дэмэджа. Но я вроде под линками и под бустерами. Закидываем ДПС. И продолжаем дальше душить. Давайте на вульпа закинем, наверное, нейтрик. Потому что все, в принципе, должно быть хорошо, вероятнее всего. По капе. Но только один цикл, да. Много циклов забрасывать не будем. Тут, опять же, автоорбиту кликаем, потому что автоорбита это супер-мега удобно. Кабустер греть не буду, хотя, если честно, очень хотелось бы греть кабустер. Вот, и АБшку, честно говоря, крутить не буду, потому что АБшкой я объективно ничего не делаю. Новый каталист у нас врывается, на этот раз мы его видим. Вот, постараемся на него максимально оперативно отреагировать, дронов перетравили. Каталист летит, каталиста видим. Я, наверное, заранее нажму на нем авторбиту, вернее, кипетрэндж 7,5. Это крайне верное решение, кипетрэндж. И сразу хопа встречаем его нейтриком. Хопа кушаем батарейку. Вот, хопа он прилетает, мы на него опа дронов натравили. Натравили на него дронов.
Вот, второй цикл нейтрика ему бац. Все, больше не нейтрим, вторую репку пока подофали. С него дэмэджа никакого, объективно. Линки еще висят, и еще висит клятый бабл. Плюс Энька спавнится, учитываем это. Так, надо в какой-то момент мелочи бить, я думаю. Вот, Энька идет под брыв. Капу держим на 100%. Ни разу, вообще ни разу не ошибка. Дэмэджа, надеюсь, нам хватает. Репку добрасываем, Эньку встречаем. Эньку встретили. Сейчас главное пережить, потому что бёрстовый урон плюс тенга у нас появилась. Бёрстовый урон имеет место быть. Кипит тренч на Эньку, хопа. Давайте фраг ракеты, потому что нужно мелочь отработать. Нужно отработать мелочь. Линки не знаю, надеюсь, получилось сейчас апнуть. Очень на это надеюсь. Да, Линки получилось апнуть, вторую репку пока подофали, но там тенга приближается, стоит это учитывать. Ракеты зарелодили, а тенки вроде бы откатились. Тут 7,5 все дела. Вроде откатываемся. Второй цикл нейтрика приехал на Эньку, отлично. Так, репку добрасываем, как-то эти моменты я не таймлю. Второй, так, подстопались откачки, подстопались, еще бой, плюс не месяц. Я думаю, стоит куда-то катиться. То есть я хочу набрать какую-то скорость, по крайней мере попытаться это сделать. Поэтому поехали. Погреться очень жаль, что не могу, но хочется куда-то ехать. И хочется... Танчу, да? Да, вроде танчу. Вторую репку подкидываю, вроде танчу. Надеюсь, Эньку сейчас дозаберем. Давайте заранее нейтрик маледикшена, хопа. Потому что хотелось бы... Ага, убежала Энька у нас, убежала. Но, в принципе, это и хорошо. Я не против, чтобы таргеты убегали. Я более чем не против, чтобы таргеты в данном случае от нас убегали, потому что там появляется вторая тенга. Вот, я думаю, что здесь уже пора что-то начинать с этим делать. Вот, тут у нас дамаг есть, да, здесь у нас дамаг есть. Тут подстопались. Тут набираем какой-то алайн. Какой-никакой. Угу. Так, с МЖДшил что-то, нет? Что-то с МЖДшил, но такое себе. С МЖДшил фигню, то есть у нас, в принципе, есть Malediction. У нас нету поинтов, поэтому я думаю, что можно нажать кнопку от варпа и посмотреть, сработает, не сработает. Возможно, в данном случае сработает. Очень на это надеюсь. И я из файта, да, я из файта благополучно. Малька не забрали в конце пару целей, которых бы очень хотелось забрать. И по красоте, ну, то есть сделать себе больше фрагов на киллборде. Но последние таргеты не забрали, дронов потеряли. Вот, пришло уже довольно много противников, поэтому благополучно выходим. Все, good fight. ГФ. То есть ты упираешься в ДПС-фактор. Вот, а тут скиллы, либо подбор иного корабля. Кикимора Курса. Вот, окей, Кикимора Курса. Го, погреемся, сеток на мне нету, на этих ребят пойдет агра. Вот, Линки я себе только что апнул, что, в принципе, очень хорошо. Го, какие-нибудь Джавелины подзарядим. Вот, по капе, наверное, я стабилизируюсь прям заранее. Непись убивать не будем. Дронов кидать не буду. На Курса это очень жестко. Курса это прям, да, дронов я, наверное, кину. Дронов я кину, дам, наверное, сетку. И дам, наверное, нейтрик, чтобы Кикимору немножечко... Ага, не получилось. Это, кстати, такая ситуация. Мальца, конечно, я бы сказал, даже, наверное... Ну, не патовая, конечно, но по ДПСу сейчас будет залетать ого-го. Попытаться второе окно как-то привести. Да, и как-то попытаться этим окном влияние оказать на процессы, но вряд ли, потому что под Курсой я подпроваливаюсь. Ну окей, у меня осталось в данном случае только Курса. Джандронов у меня нету. В Курсу, наверное, было бы неплохо вкатиться, и я хочу постараться это сделать. Ракеты, наверное, пока она так подставляется, я бы зарядил вот такие. Попытаться нет, я лучше вторую репку перекину, лучше я попытаться как бы перенейтрить ее не буду. Бифростом я, пожалуй, сейчас подкачусь тоже настолько, насколько это возможно. Попытаемся здесь как-то вот доменеджить эту историю. Вот, вряд ли это, конечно, получится. Ну, Курса, кстати, такая весьма активная. Над Бифростом ее прессингуем, но смотря на эту ситуацию, прессинговать особо эффективно не получается. По ДПСу тоже активно не получается что-то делать. Кикимора вернулась, тут подвисли батарейки. Угу, го, вот это вот сделаем, подстопаем, подстоп, попробуем ДПСа подвкинуть. Но это не стоимо на Б, это МВД, все хорошо, это не стоимо на Б. И она не душится, да, в данном случае, вот вообще никак не продушивается. И плюс Кикимора появилась. Там агра пошла на второе окно, наверное, стоит им отварпать. Тут стоит подъехать, стоит прокрутить репку и дать еще и нейтрик. Вот, надеюсь, сейчас не сожгусь. И докинуть еще ДПСа в Курсу, я думаю.
Тут очень на тоненького. Надеюсь, нейтрик лучше, наверное, подстопать. Вот, ракеты сделаю на цикл гретами, но это не особо дает. Кикимора снова в реварпе. Так, я снова возвращаю второе окно. О, сейчас было прям очень плохо. Сейчас было чертовски плохо. Соберу дронов, потому что непись на них агрится. Лучше пусть непись агрится в данном случае на курсу. Лучше так. Давайте ем, наверное, свично. Сейчас не знаю, сумею стабилизироваться, не сумею, потому что дамага неплохо так приехала. Сейчас посмотрим. Сейчас нужно сначала прокликнуть, а потом все остальное. Настолько, насколько это было возможно, прокликнул. Вот, настолько, насколько это было возможно, отчинились, но, сами понимаете, отчинились так себе. Не знаю, доживу, не доживу, а бэха сгорела, это уже не критично, сейчас посмотрим, доживу, не доживу. Пытаемся, сейчас если репки пойдут на второй цикл, будет просто отлично. Дали себе еще и линков комплектом к этому. Доехали. Так, сейчас под линками будет чуточку попроще, блин, не успел доспамить, не успел. Угу. Отрепались. Блин, тут будет сложновато, если честно. Но единственное, что сейчас, конечно, часть нейтриков ушла на второе окно, и это хорошо, это позволяет мне работать, но такое себе. То есть это, конечно, позволяет мне работать, но... Блин, там еще и непись переагривается бесперестанно, и делает она это не совсем куда надо. Закидывает на кикимору дэмэдж заранее. Угу, капу я вторым окном явно не накоплю. А с чего? Поинт с херетика? Юват? Интересно, очень интересно. А у меня есть опции его убить? Оперативная. А, нет, с курсы уже упал. Да, с курсы упал поинт. Нет опции быстро убить. Окей. Но я, скорее всего, останусь в данном случае. Ну да, я, скорее всего, останусь в данном случае, потому что аутов у меня со смертью херетика просто не осталось. То есть батарейки здесь и батарейки вот там поискать. Ну, блин, я, конечно, без АБшки просто как... без рук, мягко говоря. Закинем сетку. Есть там что по расходке? Да, там немного расходки есть, но такая себе история. Отлично, кикимор отправили в реварп, это позволит нам какое-то время опять же пожить. Соберу дронов, чтобы непись тоже агрилась на курсу. Хм. Или... Не знаю. Бустер? Давайте бустер сожму, чтобы у меня просто тики откачки были выше. Давайте сожру бустер. Так, по откачке поехали. Может, а можно респы сделать? Вот такой вопрос, а можно респы сделать или не получится? То есть я могу сделать больше респов? Могу ли я пока я живу, могу ли я заспамнить непись? Такой вопрос. То есть могу всей этой истории я просто бахнуть неписи побольше? То есть, если я бахну больше неписи, то в теории, это позволит мне при реагре на курсу, например, каких-нибудь ораклов, ее прогнать, чисто теоретически. Да, потому что продушить я ее, хотя тут тоже спорно, да, то есть курса под меня въезжает, и maybe, я сделаю вот так вот, например, maybe. То есть, с нейтриком посмотрим, как там ее дела обстоят. То есть, может быть, она тоже не особо стабильна на большой дистанции, всякое же может быть. Правильно? У меня, конечно, нет опции ее перманентно держать, но тем не менее. То есть, мы же не знаем статку этого корабля. И если мы будем ее уже... Блин, я конечно, дал ей нейтрик. Я ей дал нейтрик, но толку никакого. Вот, но нет, я, кстати, не посмотрел, как нейтрик по ней зашел. Так, я дожгу капбустер, не дожгу. По идее, не должен, ребят, дожечь. По идее, не должен. Го, еще нейтрик закинем. Ну, то есть, мне репки на второй цикл не идут. Мне это как бы бессмысленно делать, понимаете?
Поменяем разгон. Поменяем, потому что Круса поехала. Круса не самый агильный корабль, Круса поехала. Поставим на всякий случай, потому что мы не знаем, как она поехала. Но диск там вроде был длинный. Ну, блин, диск капец, конечно, длинный. Диск просто вот-вот, она прям... Она прям умудряется меня захалдить, прям умудряется. То есть, даже учитывая то, что я в 31-м, все равно, то есть, она прям на довольно таких лайтовых щах меня держит на этой дистанции. Ну, там явно фраг дис. Не докручу, хулата нету, не докручу. Попробуем, конечно, докрутить, но вряд ли. А, и там доп дис опять с неписи упал. И второй цикл не пошел, увы, у репок. Если пошел бы второй цикл, я бы пожил, скорее всего. Но второй цикл не пошел, дальше ковыряем непись. Вот, Кикимору заприлочим, но эту я уже не переживу. Или переживу. Или переживу. Или пере... Ну, как... Ну, насколько ты пережил? Гоу, по Кикиморе дэмэджи закинем, гоу. Вот, maybe получится. Гоу, вот сюда вот еще дэмэджи закинем. Угу, какое-то еще. Каким-то чудом продолжаем дальше чего-то жить. Репки там, кстати, очень пытаются сгореть, прям очень пытаются. Но сетку я тут не наспамлю. Ладно, Кикимора стакается. Кикимора — это самая неприятная тема с точки зрения стакинга. То есть она вот сейчас делает просто максимум грязи. Вот, но ничего с этим не могу как бы поделать. Пробуем еще дронов отработать. Сейчас посмотрю, что можно в лог по дронам закинуть допом. Так, продолжаем жить дальше. Сейчас будем по дронам отрабатывать. Кикимору подвыгнал на какое-то время. В целом это хорошо. Забрасываем дэмэдж сюда. Забрасываем ракеты сюда. Что по ракетам? Джавелины. Джавелины не самый подходящий момент, но перезарядка — это еще более неподходящий момент. Да, блин, и Кикимора начала стакаться. Да, гоу позакидываем в Кикиса дэмэдж. Гоу. Сделаю еще гритый цикл, почему бы и нет. Блин, на крополях прям живем, прям люто на крополях живем. Кикимору спугнули. Доживем, не доживем? Сейчас посмотрим. Че по новым дронам? Что-то спавнит, у Курсы не так много дронов, но и как бы я не особо бесконечный в данном случае, сами понимаете. Но дроны реально умирают, но там меня еще непись продушивает, это стоит учитывать. Давай, камон, минус этот и минус тот. Минус этот и минус этот, давай. Минус дроны. Там диза, что ли, не было на секунду, я понять не могу. Так, то есть дронов у нас нету с Курсы. Дронов с Курсы нету. То есть Курсы только нейтрики, и Курса при этом пытается умереть. Как будто бы Курса пытается умереть. Гоу дэмэдж в нее. Я даже сделаю гретый выстрел, у нее там не так много всего. Пушки не сжигаем. Почему... А, это... Господи, это... О, боже мой. Там слишком много курс. Это не то. Туда не греемся. Туда, ребята, не греемся. Туда греться нет смысла. То есть, делаем спавн на неписи. Да, делаем спавн на неписи. Делаем. Спавним непись. Это было не так, курса, сори. Их там слишком много в овервью. Не так удобно получается. Гоу спавнить непись. Дронов соберу. Так, чё по расходке? По расходке, конечно... Надо просто так, я думаю, расходку не есть и постараться как-то минимально починиться. Блин, там Курса 35 на секундочку. 35, Карл, 35. Дронов у нее больше нету. Да, дронов больше нету. Так, дамаг теперь сюда. Дронов пока больше не вызываем. Дэмэдж идет чисто... Да, дэмэдж чисто с неписи. Сейчас будет дэмэдж именно с Курсы, если я правильно понимаю. Там пошли вориоры, да? Да, пошли вориоры. Встречаем их дронами. Встречаем. И все-таки делаем спавн. Все-таки мутим спавн. Отозвала, что ли? Отозвала. И Кикимора бэкается. Блин, мне до Кикимора... О, и Кикимора близко пришла. Мне нужно как-то волну намутить неписи. Мне нужно как-то намутить волну неписи. Это съедено. То есть волна будет только после этого? Ой, как это плохо. Ой, как это плохо. Я не смогу столько прожить. Это очень плохо. Гоу отгонять этот таргет. Гоу отгонять его. Пошла волна. Пошла родимая. Ну, она будет реварпать это время. Она будет реварпать это время.
Починимся. Сделаем гретый залп, почему бы и нет. Кикимора ушла, кайф. Так, теперь закидываем дэмэдж в курсу, потому что есть шанс, что на нее сядет непись. Есть такой шанс. И давайте прак ракеты. И я соберу дронов, чтобы был наибольший шанс, что на нее сядет непись. Как бы, ну, тут только такие шансы. Дронов я соберу. Ракеты закидываю, ракетам хватает дистанции. Да, нет, не хватает, боже, на краю прям не хватает. Гомьёльнир, чтобы хватало. Теперь, по идее, весь грид на курсе, по идее. Сколько ей залетает, я не знаю, но весь грид должен быть на курсе. Это все, что я могу в данном случае предложить. И суммарно мои ракеты. Вот даже одна гретая, здравствуйте. На мне есть агра, но не столь как бы критичная. По курсе пошло больше дэмэджа, это очень клево. Сколько там грева? 87, давай еще одну, давай. Она уже меня не держит. Я достреливаю. Ну, то есть она просто сваливает. Она сваливает из-под неписи. Меня впойнтить ничего не должно. Я диагрюсь. Я, наверное, даже... Я, пожалуй, скорее всего, уйду. То есть курса в танче... Да, курса в танче могут быть поинты. Я уйду. От поинтов уже не отделаюсь. Фу. ГФ, мужики. ГФ. Бифроста все-таки меня убили, но я с него полутал расходку. Ну, это, конечно, файт из разряда, блин. Такой, знаете, как бы мы пытаемся всячески отделаться от противника. Нету починок, поэтому сейчас воспользуемся любой станцией. Сначала думал, как убить, а потом думал, как сбежать. У меня бустеры, кстати, упали на нейтрорезисты, вот эти вот прочие, да, которые... Обычно используем. Блин, бифростика жалко. Он недорогой, как бы в этой потере ничего нет такого страшного, но просто жалко, что сдох. Бедный Сакрилейдж. Знаешь, как я вспотел?